Да, добрый день, уважаемые зрители. Это, как видите, одно яйцо. Я его купил позавчера в Шерифе. Вот такое у нас положение. Бедное здесь в Бендера, здесь в Приднестровье, что мы такой продукт очень и очень редко покупаем. Значит, мы подошли в Шериф сюда на Бендерского восстания. И я, значит, попросил, дайте, пожалуйста, одно яйцо. А что, так можно? Ну, я говорю, ну, иногда 2-3 мы берем. А тут одно. Ну, значит, мы подождали минут 2-3, и нам 3 человека выносят одно яйцо. Вот так вот, держа его демонстративно. И мне вслух говорят, кому одно яйцо? Я говорю, мне. Ну, значит, мы подошли к кассе. И тут продавщица шепотом другой говорит. Дескать. А я, значит, тоже набрался смелости и говорю. У вас, наверное, впервые за 7 лет открытия магазина на улице Бендерского восстания покупают одно яйцо. И, значит, кассир позвала охранника и сказала, значит, пробиваю одно яйцо куриное. Ну, такая вот у нас была покупка. Не знаю, видите, тут как его оформили нам. Годен до 04.03.24. Куриное яйцо Молдова. Одна штука. Супермаркет Шериф номер 22. В общем, такая вот покупка. Как-то я помню, нашел в сети фото в Молдове в супермаркете. Купили одно яйцо. Вот было такое фото, а я вот купил тоже одно яйцо, но там еще была продукция, но в общем, вот такая вот у меня была покупка. Не знаю, заставит вам это радости или нет, но так вот мы сейчас живем. Да, спасибо вам. Хоть такую покупку я сделал. Спасибо.